Брейд противная. Все время командует и Ларсом. Я больше не хочу с ней играть. Сегодня они отнимают у нас нашу игру. А что за... Что? Ты умеешь добиваться своего. Мне это нравится. Тогда не будем терять времени. Поворачивай назад. Верни назад, пока еще не поздно. Почему ты еще здесь? Дай-ка угадаю. Сокровища ищешь, верно? Как и все остальные. Это долгая история. Доводилось слышать об Этерии? Это редкий минерал, который использовали гномы. Предположительно, им пришлось построить особую кузницу. Кузницу Этерия. Чтобы его обрабатывать. Выкованные изделия оказались столь могущественными, что из-за них началась война, а кузница оказалась утеряна. По крайней мере, так говорит история. Я всю свою жизнь провела в погоне за этой легендой, пока мой помощник, скотина, не украл мой труд и не опубликовал его от своего имени. И теперь мне нет покоя. Пока у меня не будет доказательства, которое можно предъявить всем.
чтобы все поняли, что я нашла, чего достигла, что моя жизнь не была напрасной. Но безнадежно это все. Я погибла здесь, как и все остальные. Поверни назад. Поверни, или станешь новой жертвой. Возможно. Впрочем, когда-то я сама так считала. Мне не отговорить тебя, да? Знаю. Знаю, я сама такая же была. В общем, если хочешь добраться до самого верха, тебе понадобится подмога. Тебе нужна моя помощь? Хорошо, тогда вперед. Вот здесь я и погибла. Падение было долго. Захвати мой дневник. Он нам пригодится.
Пойдем. Что ты хочешь забрать? Пошли. Что ты хочешь забрать? Тогда веди. Я все еще тут. Что ты хочешь забрать? Тогда веди. Пойдем. Что ты хочешь забрать? Что ты хочешь забрать? Пошли. Пойдем. Что ты хочешь забрать? Тогда веди.
тебе здесь нравится. А было еще внушительно, пока все не развалилось. Сундук, но дверь плотно заперта. Берегись!
Я все еще тут. Что ты хочешь забрать? Тогда веди. Что ты хочешь забрать? Пошли.
Вот, тут я и сорвалась. Ощущение, будто это было 100 лет назад. Это же мой лук! Вон он, на бревне. Все думала, куда он подевался. Заботься о нем за меня. Пойдем. Что ты хочешь забрать? Пошли. Вперед. Такое не каждый день. Стой! Нам нужно поговорить. Ты знаешь, что это? Это замок. Тональный замок. Простой и, можно сказать, смертельно опасный. Видишь наверху резонаторы? Бей по ним в правильном порядке, и двери откроются. Не угадаешь порядок, и
Тебе известно, что вышло, когда я попробовала? Ну да, я думала, что ко всему готова. Но как, скажи, можно подготовиться к землетрясению? И это только одно препятствие. Оглянись вокруг. Как думаешь, что еще уготовила эта штуковина? Ну, ты можешь начать с того, на чем я остановилась. Заметки в моем дневнике, если ты в состоянии его прочесть. Кроме того, возможно, кто-то из наших предшественников оставил подсказку. Посмотри по сторонам. Возможно, кто-то из наших предшественников оставил подсказку. Попробуй найти какую-нибудь закономерность. Это характерно для большинства таких замков. Если ничего не помогает, можно просто рискнуть и посмотреть, что будет. Не удивлюсь, если добрая половина ловушек тут уже сработала. Эй, осторожней!
Значит, это правда. Дай посмотрю. Ну-ка. Посмотри на край. Срезано и очень точно. Если бы у тебя была деталь такого же размера, она бы сюда подошла. Я один раз видела это изображение. Этот осколок — часть ключа. Ключа, сделанного из чистого этерия. Ключа кузнице. Разумеется, нужно найти остальные части. Должно быть еще три. По одной на каждый город, который работал над кузницей. В моем дневнике была карта. С этого и надо начинать. Правда? Ну, это все упрощает. Нам все еще нужно найти саму кузницу. У меня есть соображения на эту тему. Столько всего надо сделать. Я пойду и попробую разобраться с этим. Мы еще встретимся, уверена. Впервые за долгое время мне кажется, что мы и правда сможем это сделать. И этим я обязана тебе. Спасибо. Почему мы остановились? В чем дело? Что ты хочешь забрать?
Тогда веди.
Говорят, страх. Я-то возражаю. Ты ведь знаешь Шептунью, да? Сразу видно. Ты в драконьем пределе, чтобы поболтать о войне, подобно прочим великим воинам. Хм. Я так понимаю, ты маг. Думаю, ты оценишь вот это. Знаешь?
Раз у тебя есть способности, я все еще тут. Коллегию магов в Винтерхолде. Что ты хочешь забрать? Тогда веди. В последнее время все только и толкуют об этом идиотском. Итак, ты хочешь овладеть тайными искусствами? Помни, твой разум – твое самое сильное оружие. Руки прочь! У меня для всех найдется что-нибудь подходящее. Все продается, дружок, все! Да, немного того, немного сего.
Заходи еще. Говорят, вампиру стоит тебя хотя бы поцарапать, и все. Ты уже вампир. Посмотри, что у меня есть. Наверняка ты найдешь то, что ищешь. А если нет, может, это найдется на складе? Если какая помощь нужна, только шепни. У меня есть средства от всех болезней, простых не очень. Если чем могу помочь, говори. Если какая помощь нужна, только шепни. У меня есть средства от всех болезней, простых и не очень. Если чем могу помочь, говори. У меня на полках тебя ждут микстуры, мази, припарки и зелья. Смотри, сколько души угодно. Есть средства от всех болезней, простых и не очень. Если чем могу помочь, говори. Вид у тебя бледноватый. Наверное, это атаксия. Думаю, я могу тебя кое-чему научить. Так тебя интересуют мои зелья и ингредиенты?
если потребуется лекарство. Знаешь, где меня найти? В чем сейчас проблема Скайрима? Все только и думают, что о смерти. Пойдем. Что ты хочешь забрать? Тогда веди. Для меня честь снова видеть тебя там. Добиваться своего. Погляди. Если что, фанат, загляни в магазин. Если хочешь чего прикупить. У нас и мелкое оружие есть, если надо. Погляди.
С тобой иметь дело. Не говорю, что я лучший кузнец в Вайтране. Этот титул заимствован Серой Гривы, а его стали легенды ходят. Я лишь прошу дать мне шанс. Доводилось встречаться с моим отцом. Он работает управителем в драконьем пределе. Если хочешь чего прикупить, у меня есть тут пара вещей. Я все еще тут. И внутри еще побольше. Пошли. Почему мы остановились? В чем дело? Что ты хочешь забрать? Тогда ведь... Почему мы остановились? В чем дело? Что ты хочешь забрать? Почему мы остановились? В чем дело? Что ты хочешь забрать? Тогда веди. Thank you.
Что тебе нужно, мой Тан? Я присягаю тебе на верность, как своему Тану. Я буду охранять тебя и твое имущество ценой своей жизни. Угу. Ты вернулась. Смотри, что мне попалось. Вот, возьми. Брейд противная. Все время командует мной и Ларсом. Ой, спасибо, мам. Спасибо.